Ну и в продолжении банковской истории, крымчанам, хранившим свои деньги в украинских банках, деньги их вернут. Это уже вторая волна возвратов. Сейчас речь идет о крупных вкладах. Фонд защиты вкладчиков переведет в ближайшее время примерно четверть суммы. Эти деньги организация получила от продажи санатория «Форос», который ныне принадлежит, был национализирован, и все-таки его перепродали новому владельцу. А ранее он принадлежал олигарху Игорю Коломойскому. В фонде подчеркнули, что и дальше будут таким образом продавать национализированное имущество, а вырученные за него деньги отдадут вкладчикам.